А уже 109-я часть, ребята, и у нас тут текущие дела, или сыпящиеся, сыпучие, текучие, ну какие-то. Я продолжаю улучшать оружие овердрайвами, и матч занимается чем-то таким же. Поэтому сейчас закончим это. Я легендарки все коплю и пытаюсь их довести до максимально, до максимального по характеристикам статуса. Вот. Сегодня в начале серии это сделаем. И пойдем с вами в 11 уровень разлома, да и во все остальные. Так. Очень несбалансировано, я об этом говорил, что в основном на улучшение оружия в овердрайве нужны ауры берсеркера. Сейчас мы улучшим. Потом прыжки, которые крайне редко падают, вот эти скачки. И еще аура оптимиста. Вот эти вот очень сильно нужны три вещи. И почему бы, например, не сделать, чтобы можно было улучшать вот этими всеми овердрайвами из Моторхеда. Это, ну, я считаю, ужасно несбалансировано и плохо. Очень. Да, да. Это так. Вот у меня, кстати, эти ауры, наверное, даже их и нету сейчас. А нет, вот есть. Все равно. Слушай, а если я сделаю две карты на шанс нейтрализовать критический удар, они могут суммироваться? Вряд ли. Скорее всего, нет. 90%, что нет. Окей. Вот, кстати, ребята, реактор. Посмотрите на этот электромет. Урон увеличивается на 47%, если уровень здоровья выше 90%. И при уничтожении он дает здоровье. Соответственно, логично предположить, что уничтожение происходит чаще на этом электромете. А там у нас были задачи на уничтожение в разломе на электромете. Вот с помощью него будем делать. Че, нету больше? Ага, вот есть. Ну вот и все, да, как говорится, отулучшались. Нет. Все, сюда вот видите, уже нужны опять скачки, их нету. А взять там, допустим, ну, вот этих овердрайвов, их тут миллионы. Но за них ничего не улучшается. Где справедливость? Тут. Да, ну там матч, своя атмосфера, но... Не будем ему мешать в ней, конечно же. Ты там еще делаешь, да? Да. Делай. Я посмотрю. Я так, чисто на флиан сделал. Я убираю молот. Вот, три берсеркера есть, но я, наверное, посмотрю, где по одному берсеркеру нужно. И, может быть, больше улучшу. Вот опять же, скачки нужны, но... О, это я улучшил. Это так тяжело было до конца улучшить этот пистолет. Он очень много в себе потребляет всего, причем особенно вот этот параметр улучшать сложно, нужно очень много использовать. Камнями я улучшал оружиями, но тоже нереально много, оно того не стоит вообще. Угу. Так. Матч там немного подшаманить решил свой билд. Ага. Сделать его немножко хуже. Так, а это я не то поставил, да? Если хуже. Ну ты ж хуже решил сделать? Ну, по урону лучше, по броне хуже. Да я думал, ты хуже. Если ты лучше делаешь, то пошли, зачем лучше? Хуже надо делать, чтобы веселее было. Не, ну по бронебойности мне убавилось. По броне тоже, но урон больше. Должен, ну, быть. Надо все в сравнении. Все в сравнении. Ты, главное, предыдущие карты оставляй в сундучоках, закидывай. Чтобы там не потерять их эско, отмечай. Ты нормальный ход событий. Сейчас, секунду. Я еще рыцаря хочу поменять. Да, давай. Или может убрать его нафиг. Реально, самая бесполезная карта. Ну, типа, у нее нету какой-то особой характеристики.
Что она дает? Рыцарь броню дает. Она у тебя фиолетовая? Да. Ну. Я про то, что вместо нее можно что-то поставить такое. А божественность какая-то стоит на ней? Да, нейтрализация критического удара. Но она мне вообще никогда не помогала, поэтому... Ну да, всегда критовали. Всегда, да. Ребят, посмотрите. Я думаю, пока... можно поставить еще силу одну. Вориора? Нет, просто силу на криты. Можешь поставить... А, ну в ближнем бою, да, тебе не надо, ты фолиан там бьешь. Ну да, давай на криты тогда. Или... Подожди. Шельма. А, нет, не хватает. Шельма хорошая, у меня стоит. Так, сейчас. Я чуть-чуть подумаю еще. Я показываю вам основные порочности. Вот кровотечение, внимание, жестокость и увечья. Классные порочности, вот видите, решил их выбрать. Ну, здесь регенерация, поговорил уже, да, и это молния. Вот молнию, кстати, в вориоре можно будет чем-то заменить, но нужно вориора выбить с какой-то божественностью другой. Так. Так. Как будешь готов, ты скажешь. Так, меня ждешь. Сейчас. Так, фиолетовую я, конечно, возьму. Конечно, это же можно улучшить. Все, что можно улучшить, я покупаю. Будем делать фиолетовые карты. Нам еще очень много их нужно. Угу. И Нади тоже сюда. Есть контакт. Так, секунду. Так, регенерация, бронебойность, бронебойность. Нейтрализация критического удара. Сейчас. Нормально, я пока пойду в разлом, в 10 уровень, дойду до вашей цели с электрометом, которую нужно уничтожить. И может быть, суккубы-поджигательницы. Суккубы-поджигательницы уничтожить 0 из 10. Ага, понятно. Ладно, если что, будем падать. Плюс 5% к урону за каждое активное усиление. Интересно. Так, 5. Фигня. Ага, не прибегая, понятно. Ой, как мне сейчас пацаны нагрузили вдвоем. Какие же они сильные, просто как можно было сделать таких сильных? Кто нагрузил? Ну, кто сверху нагружает, знаешь? Меченосцы? Ну да. И я замешкался посмотреть насчет зелий. Один и второй очень больно. Знаешь, что я заметил? Чё? У нас не было легендарных карт дуба, допустим. Так их или... не бывает. А, половины карт нельзя. Понятно. Половину карт нельзя для себя легендарной. Играем, да, в игру, называется. Уже 100 частей записали. Я знал, там акробат нельзя, например, лучник нельзя, воздаяние нельзя. Там много нельзя, вампир нельзя. Сделать фиолетовыми. Так, короче. По идее. Тут еще что-то есть с электрометом. Пойдем сюда. Все, я полетел к тебе. У меня мало брони сейчас, у меня 240 брони. Я не знаю, как это будет работать. Но будет очень... Ты сейчас пролагал. У тебя нет брони? Да. Да, но у меня хп должно часто регенерироваться. Ну, сейчас на практике будем смотреть это. Да, и молнию выкидываю. Ну, в смысле, вместо него что-то ставлю. На практике. Так... Или можно поставить оружие какое-то из Моторхеда, потому что там были очень крутые карты на Моторхед. Кстати, надо показать гитары новые, я все хотел это сделать. Сейчас покажу. Вот, например, бас, ребята. Посмотрите, какими рыбами она шпарит. Весело. Весельем в скобочках нет, это сказал. Так, дальше. Вот эта электрогитара. Она такими электрическими разрядами дает. Сейчас надо будет показать еще скилл. Ой-ой-ой. Пауки, это не очень хорошо. Мы сейчас заставим их танцевать. Поехали. Так.
Так, я сделаю жесткость, успею нагреться. Надеюсь, нет. Успею. У меня регенерация каждую секунду. Ну так идет. Вообще шик. Типа так. Я за каждую сферу начинаю регенерироваться. И соло, ребят. Но соло вот такое дает разноцветное. Слушай, мне надо очень быстро сейчас глянуть кое-что. Только очень быстро. Очень. Ах, тянет, все идеально, все, погнали. Чемпион, если будет, его рапиры надо будет уничтожать. Не убивай, я буду делать. Чемпион, да? Да, вот он встанет. И потом будет рапира. Суть в том, что я сделал все карты на одно оружие, на фолиант. А да, мне все, надо тихо, еще что-то. Сейчас рапиру поставлю. Так. Так, надо будет выпить жесткость. Мне бы еще этот на критический удар. А, у меня они что ли активны, не пойму. Нет. А, жалко. Ну ладно. Может еще будет. Бредящий. Буду бить электрометом я. У меня есть там специальный. Может получится. Тут, кстати, могли быть чемпионы. Но понятно, что в такой толпе искать чемпионов — это самоубийство. Ну да. В принципе, пока мы не столкнулись с нормальными врагами, билд тяжело. Билд неплох. Понять. Ну. Да. Ух, как мы вдвоем стоим, шатаемся. Забавно. Но эти сферы. Я храню амулет, если будет еще тиранический, чтобы ну, уничтожить, типа, с критами все как надо. Угу. Эти сферы всего гнездо. Ускоряют перезарядки, по-моему, если не ошибаюсь. Да. Каждая моя сфера уменьшает перезарядки. Нужно взять еще другой овердрайв, потому что аура — это бесполезно. Хотя, если я буду с аурой бегать. Ну, коськи. С аурой чего? С аурой жестокости. Нет, полная фигня. Это рисково. Просто если я буду бегать с аурой жестокости, и у меня перезарядки все будут обнуляться постоянно из-за сфер. Угу. Короче, нет, надо бумеранг поставить, и я его буду кидать, потом перезарядка обновляется благодаря сферам. Я еще кидаю, так будет бесконечно. Давайте. Паучиха чемпион. Ну, а, ладно. Ну ладно. Еще сейчас будет кто-то. Не факт. Можно попить. Так, а мы что-то прошли, что ли? Это вообще вот. Надо вне частей, вне части делать эти вещи, потому что тут уже бегали. Все показывали. А здесь что? Нам надо к месту контрольной точки идти. Ну да. А мы прошли? А, да, мы его прошли. Да, и там проход. Мы не заметили, видимо, его. Да нет, мы просто пошли в другом направлении. Я не знал, где искать этого бредящего, поэтому пошел сюда. Окей. Надо будет с этим билдом потом попробовать тоже в нечасти бездну постоять, потому что, ну, повеселее стало. Попробуй.
Ух, там котик убил духа, забавно. На голову прямо там промяукал. Этот Валиант самый лучший, да, Валиант? Ну, этот Валиант самый лучший Фолиант? Ну да. Кстати, я думаю, что можно попробовать другой как-нибудь. Ну да. Есть тут другой просто, у которого урон даже больше, чем у моего. Но у него нет котиков. Так котики, они неплохие, но все равно не фонтан там прям. Не помогает. Ой, как больно, сейчас было бумерангом. Веселее как-то. Сейчас было больно. Ну, веселее всем, да. Они всем нравятся сегодня. Он шут. Мертвец. Вам... Чемпионы. Что больше всего в Фолиантах понравилось? Мне котики больше. Вот сюда подойди, подойди сюда, подойди. Вот тут пацаны сверху, пусть на них помяукает. Так тут эти чемпионы. Чемпионы? Их рапирой надо. А, ну сейчас все сделаем. Это тиранические. Там один тиранический, второй чемпион. А, вот это сейчас тиранический. Тиранического надо вычеркнуть, он мешает, отвлекает. А чемпион еще встанет вообще, нет? Тут ты его бил, нет? Не знаю. Ну давай, наверное, он должен встать еще. Сейчас проверим. Нет, не должен. Фиаско. Не могу запрыгнуть-то. Ой, парень, так подлез под молот сейчас. Так подлез, он сам не думал, что... Блин. Такое произойдет. Да ну нафиг, я стоял, не мог понять, как запрыгнуть. А там чемпион? Нет, тиранический. Я не знаю, кто там. Да я сейчас электромет возьму и без запрыгивания туда накидаю сейчас. А ну, пацаны, что вы сверху можете, да? А я снизу могу. Представляете? Слушай, больно, если честно. Прямо даже очень больно. Я не выношу. Ну, вот, взял, запрыгнул. Почему ты, баран, не мог с первого раза запрыгнуть? Потому что он баран. Даже Витя. Вспомни, кем ты играешь. А там это, семя, да? Слушай, этот электромет такой мощной энергии прям бьет. Сейчас я овердрайв сейчас поменяю. Да. Вот это самый крутой. Так, за место скачка. Сердцеед поставлю. Пусть будет. Пусть ест сердца. Да. Оружие не поменял. Но в принципе здесь электрометы нужно. Сейчас тут будет парень нам нужный. Если будет еще чемпион, то тоже надо. Внимательно. Я готов выпить жесткость, у меня и амулет наполнен, я подготовился. Как я жахнул. Когда перегревается этот... Вот, предыдущий. Это кто, бегающий этот? Ой. В общем, отнимаем ему жизнь пока. Я семя бью. Да, правильно, покой не дает. Но я пойду здесь выпью. Ну я не сказал бы, что котики бесполезные, лишние 5 косарей это вообще не лишние. Только он не убивай один... его, не убивай он его. Он один раз умер уже. Он не умирал еще. Стой, это все твой. Вот сейчас. Вот все. Теперь надо ему отколбасить, я возьму этот, выпью там все, что нужно выпить, надо отнять жизни. Ладно, делай. Занимайся. Потихонечку. Он щит делает, такой человек. Точнее, скелет. Но не факт, что получится, сам понимаешь. Все, сейчас. Надо. Оп, оп, поехали. Уничтожил? Нет, ну,
То есть это тут настолько рандом. Надо с 9-го выходить будет. Все, пошли в штаб и делать это. Так, а что, мы не прошли ни одного из уровней? Так мы были на 8-м. На 11-м. Я сюда зашел, пока ты ставил эти штуки, думал, быстро сделаю. Немножко затянулось. Так. На 11-й идем. Идем. Вперед. Поехали. Чемпионы, понятно. Демоническое семя, малая сущность, победить. Так, да что ж тут уже экшен пошел. Я не знаю, можно ли к чему-то прибегать. Только зашел и экшен пошел. Ну, к овердрайвам прибегал, ничего не провалилось. Так что овердрайвы можешь юзать. Так, ну-ка давай посмотрим. Победить. Все победить, только уничтожить чемпиона. Ну, чемпионов мне, значит. Да. И уровень здоровья не опускать. Ну, давай тогда сильно много не агрить. Угу, семя. Сейчас, секунду. Это сколько? Ладно, пофиг. Ты давай, пожалуйста, да помогай. Сейчас. Я же сказал сейчас. Ты пошел. Нет. Я стою, жду тебя. Все, погнали. Жонглируй лягушками, дали ачивку. Да, мне давали. Тебя засчитали, да? Да. Уже тоже жонглировать начал. Сзади. Аккуратно. Цербер этот. Ребрец, он дамажный. Лечись. Не потерял? Кого? ХП. А, я его мог потерять. Ну да. Забыл. Давай-ка отойдем. А, не вовремя. Я подошел, наоборот. Ну я вынес, но отойду. Мне надо хильнуться. О, еще что-то дали. Демоническое семя малой сущности. Угу, угу. Так, чемпионы уничтожить. Тоже не забываем, если будут чемпиончики. Флян тоже уничтожает врагов. Я не знаю, на чемпиона стоит ли. Ну, короче, да ты стоит, стоит. Не, ну ты пробуй тоже. Потому что любым же оружием, так что. Ну, я надеюсь. Как же ты дамажишь, слушай. Совести вообще нет у огненных сущностей. Блин, я забываю юзать овердрайв. У меня просто карта стоит. Если я юзаю овердрайв, у меня будет ярость. А ярость дает на 100% больше урона со следующую атаку. Ну что, это плохо, что ли? Но я забываю юзать овердрайв. В этом проблема. Я вообще про них забыл. Просто. Ой, там заливает этот ребрец, но... Ну все, меня слили. Да. Я попытаюсь выжить. Он за мной идет. Как он заливает? Ну вот просто, ребят, посмотрите. Это ж сумасшедший. Шизоид. Эти ребрецы. Вообще, не, у него нету вообще практически, ну, ХП. Но у него урон. Так, чемпионов здесь нету. Что там в закуточке? Нету сундучка. Пусто. Капуста. О, как прекрасно, я кинул только что бумеранг. Это, пожалуй, лучший бросок за все 109 частей. Ох, сзади. Они на меня упали, еще жизни отняли. Сущности камня победить. Дали тебе за них что-то, да? Так, естественно. Тех, вообще как-то неожиданно на голову свалились. Все, остается этот, который у тебя провален, и чемпионы. Ну,
на чемпионы, я же говорю, я храню крит, храню жесткость. Танкокишечная лока. Ну да. Тут уже не вернуться, да? Я так понимаю. Так. Это сейчас будет этот парень, босс. Возможно, скорпион. И с ним, кстати, могут быть чемпионы. Так, ворвался. Ну да, он самый. Да что ты делаешь, Витя? Притяни их все, вот так. Не помогло. Где-то тавр тине. О, это там какие-то ребрецы. С жесткостью. Жестко. Размололи нормально в углу. Меня еще не размололи. О, это похоже ребрец синий тавр. Нет, Альфа Цербер, чемпион, убери его от меня! Какой тут ребрец 50% жизни хочет отнять, фу, я еле спасся. Надо его убивать, а, его да, уничтожить? Да, его уничтожать надо именно, да. Я не знаю, как я попробую, конечно. Может, тебе надо сохранить хп? Ох, не притянулся, вонючка. Засчитался. Тинитавр здесь. Но это летучая мышь. Понял. Давай его оставим, может, чемпиона еще поищем. Да, хотя там рядом с ним чемпион. Тут рядом чемпион. Два чемпиона рядом с ним. Ну попробуем уничтожить. Я опять же выпью жесткость. Давай вот эту мелочь все перебьем. Откуда они берутся, эти сущности? Я их уже 100 штук разломал. Не знаю, они пойду покусаю их. Давай. Тут обойти можно, кстати. Притяну сейчас, притяну сюда. Я их не трогаю, просто оп, чисто котики. Вот, все, тинтавру в одном месте, а не в другом. Ну отлично. Значит, тинитавр бьем, чтобы можно было. Я не буду притягивать. Давай, ты работай. Его просто убить надо? Да, просто убить. Есть, все. А этого теперь уничтожить. Сейчас я. Блин, мне, наверное, кроличью лапку поставить. Подожди, я поставлю лапку. У него там, он ваншотный, все отлично, сейчас. Раз, два, иду. Не, не засчитал. А, еще, подожди, еще один есть. Ну. Да. Может, не надо до ваншота? Уходи, уходи, уходи. Ухожу, сейчас. Да что ж ты... Ох, баран. Ой, вот баран, а не Витя, ну... Давай ждем жесткость. Ждем, не трогай его. Может, отойдем, он похилится. Да не, ну его надо убить просто с удара. Сейчас жесткость откатится. Это ладно. Слишком много снесли. Так. Ну, оно может сработать, это не имеет значения. Окей, ладно. Давай делаем. Просто Витя, сам понимаешь, кто. Блин. Угу, конечно. Придется еще раз идти. Ну, зайдем сейчас сюда и выйдем, они здесь близко. Угу. И заодно те тинитавра, может, сделаем быстро тоже. Вероятно. Давай назад. Загрузился на это око. А, там надо выйти в штаб. Мне не засчитало. Штаб надо выйти. Да, давай. В штаб, потом в 11-й. Точнее, в 12-й. В 12-й, потом в 11-й. Да и... Делаем тебе тинитавра. Не сливай хп, давай, я пойду первый. Я в 12-м только что. Ой, парень, тут даже не выходи, тут такое творится. Я просто уже начал выходить. Да? Я сейчас, возможно, умру. Живешь? Я только зашел.
Не теряй хп, лечись. Еще идут. Опять же, регенка спасла. Так, ну, на тени Тавра. Нужны реплицы, или ты их уже убил? Я одного убил. Нет, там толпа выбежала, я помню, в углу меня зажал. Да, я тоже помню, не подходи тогда так к тому углу, чтобы толпа выбежала. Там есть угол такой поганый, да. Жесть, эта сущность тени умрет сегодня. Подожди, я сейчас тут откатываю. Да что ж ты за баран, Витя, ты котиком убил чемпиона. Засчитали тинитавра? Да. Ну чемпиона ты слил. Тут еще один есть. Ну так, нам надо два. А, понятно. Ну да, перезаходим. Ну или сделать этого, а потом другого, который там был. Ну проще перезайти. Они против молота. Давай попробуешь ты фолиантом, они молотом вообще не бьются. Я сейчас отниму у него жизнь. Блин. Сейчас мне надо понабивать. Мне же нечему убить-то. Выпивай жестокость перед тем, как будешь сейчас делать что-то. Там фиолетовая такая бутылочка. Не знаю. Да, она помогает. Нет, крит. Не крит. Сработало? Да-да-да. У меня жестокости кончились, и это говорит о том, что еще сложнее теперь уничтожить. Гауру попробовать поставить? Да, да. Давай в штаб. Давай. Ну вообще можно сделать все на этом месте. Их там двое. Угу. Ну и тинитавр, наверное, как чемпион. Да, вряд ли. Да почему нет? Ну. А кто он, тиранический? Он тинитавр. Понятно. Я как раз ребрецов всех убиваю к твоему приходу. Ты? То вообще. Да. Можем было сказать, я то. Я тут точку активировал, потому что если тут сольют нас на начале уровня выродят, это не очень. Угу. Ладно, в общем, ледяные. Вообще неинтересно. Ребят промолол. Тут чемпион вот отдельно. Я немножко разбил одного. Все. Так, ты хочешь, чтобы я? Ну тогда я же его не убью. Да вот не факт, и... что я убью. Не. Надо подождать, пока будет. Ну давай, подойди жестокостью, сейчас я еще этих бахну. Подойди. Ой. Раскручу всех. И... Все. Ничего не дали. Да, потом вернемся. Надо бутылочки фиолетовые будет купить. Да. Не кончились. Пошли в следующий пройдем. Фастом посмотрим, что там. Уничтожить тварь из преисподней, не прибегая к овердрайву. Уничтожить чемпионов, ни разу не умерев с двумя активными проклятиями. Но тварь из преисподней.
Тяжело. Святилище не забывай. Тут очень много. Уничтожить гнилозуб, победить медверц, берсерк и уничтожить вампиры-послушники. В общем, пошли, просто пройдем. Что получится, то получится. Ни к чему не прибегать. Угу. О, там ребята уже такие, которые боль причиняют. Заметил, что я поставил карты, и у меня сферы берутся на большей дистанции. То есть я даже могу не подходить вплотную, у меня где-то километра уже нет ничего. Кстати, даже у кого-то уничтожили. Засчитывается, да, там что-то. Страшно. Надо меня резать. Скелет. На скелетиках было уничтожение, но это не нужно. Да, приятно. Чемпионы и вампиры-послушники, но вряд ли это все получится. Ой, тут три, ой, уходи. Я не люблю, не выношу, когда ребята делают щиты в момент моего притяжения. Мне тоже не очень нравится. Отойди, отойди. Отойди. Там просто чемпион был, и я его уничтожил. Отлично только что получилось. Молодец. Чемпионы там 3 из 6. Не факт, что будет получаться. Вот ты сейчас опять там есть царь-чемпион, так что оставишь его. Стараюсь. Да-да. Вот он, кстати. Он живой? Живой. Живой. 4. Что-то выполнил? Да не, все равно зафейлим. Локация большая, мы не зафейлим. Просто посмотри, сколько здесь контрольных точек. Ну не факт. Ладно, давай идем. Бьем семя. Чемпион не тиранический. Ух, там стрельцы сверху. Там есть чемпионы? Я поехал. Я уничтожал тут очень много сейчас. Да ты там тащишь вообще. И вижу, оттуда только сыпятся кости. Ошметки летят. Я прибегнул. Какой я баран. Да что ж такое в этой жизни с моей головой происходит, а? К чему? Я зафейлил. К овердрайвам и два задания просто сразу перечеркнул. Ладно, у меня есть которые чемпионы уничтожить и мертвец-берсерк. Вот ты сейчас мертвеца-берсерк, Ира, походу, испортил, которого уничтожать надо. Да. Ну так перестань так делать, пожалуйста. В смысле, я испортил? Ну так ты только что бил его фолиантом. Просто обычной атакой. Так, а их победить надо, не уничтожить. Да, значит, я одна... как же я ужасно сейчас поступил. Там кто-то был, возможно, чемпион, но... регенерация сейчас, конечно, все исправляет. Так, погоди, на, давай туда. Чемпион. Ну, оставим мало жизней. Передадим виртуазиле. А его тоже уничтожить, да? Надо что-то одно. Ай, ай, погоди. А, это обычный, все, понял. Че, флианту можешь попробовать уничтожить? Да ладно. Гнилозуб, он с жесткостью. Кого мы вначале делаем? Чемпиона или... Ну, давай. Ой-ой-ой. Он умер от фолианта. Фиаско. Так, не лазу. Тоже чемпион.
кстати, встать может еще. Мы не знаем, может он или нет. Греюсь. Есть. Но это не гнилозуб, это другой. Сейчас, подожди. Это берсерки, сейчас гнилозуб будет, возможно. Жесткостью, ну... Нет, он встал-то, что ж ты за гнилозуб такой? Осторожно, осторожно! Не переборщи. Так. Ой, я тоже сфейлил. Чё ты сфейлил? А, понятно. Все, 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 сейчас нагрею, сейчас. Ну, вместе будем перевыполнять. Подойди немножко. Ну, отлично, засчиталось, все. Тут хорошо, ну, забыли, но бывает. Еще уровень. Сейчас я просто тупанул. Ну, все равно, благодаря этому, видишь, мы здесь завершили. Смотри, тварь из преисподней и вампиры-послушники. Давай перезайдем, прям сейчас и начнем делать уже. Берсерк 4 из 5. А у меня выполнено как бы. Нет. Они здесь вообще есть? Берсерк. Какой-то экшен дикий происходит. Ну да. Тут что, семя? Ну да, там семя. Вонючее семя это все делает. А Витя баран. Ну, собственно, как оно и всегда было. Берсеркеры уничтожить, да, тебе надо? Просто победить. Можно, конечно, и дойти до конца, может, с другой стороны удобнее будет заходить нам. Давай дойдем уже тогда. Вероятно. Мы же не видели еще эту тварь с преисподней. Просто были нормальные задания, ребята решили добавить уничтожить. Это не есть приятно, конечно, когда так пакостят. Ладно, там 2-3 задания, они в каждой локации по половине их делают. Да. Кому это интересно? Мы никому. В общем, тебе берсерк, да, нужен? Да. Иди сюда, тут контрольные точки, мы быстрее до конца дойдем. Просто смели. Вот так точно. Красивая полянка. Не знаю. Красивая. Непробиваемая просто. Короче, пошел от них. Доели. Тварь из преисподней, вот она здесь. Хорошо, что мы дошли до конца, будем с другой стороны выходить. Ты чемпионов много. Гробокопателей. Ух.
как мне отстрелили только что. Так больно отстрелили. Я ощутил, да. Я выяснил секрет успеха, почему я не умираю. Ну? Потому что скорпионов нету. Да. И яда омерзительного и бомбардировщика, который ваншотит. Ну и церберов. В общем, давай сейчас в следующий выйдем и обратно. Да. Сначала в штаб. А, надо было в штаб. Ну, вначале сюда, потом штаб. Тут, кстати, прекрасная погода. Следующая часть у нас будет с прекрасной погодой. О, супер. Ох, там добыча даже есть, с ума сойти. Я какую-то охоту взял. Ладно. Так, 12 уровень. 13. Ну, 13, потом 12. Уничтожить тварь из преисподней, не прибегая к силам демона. Ну, давайте. Как-то надо по чуть-чуть сначала с тобой закончить. А я берсерка-то не сделал. Ну, мертвецом берсерка. Что ты делаешь, Витя? Почему ты его не притянул? Где ты нагревался? Что ты вообще исполняешь? Надо было в тот раз поискать, может быть. Ладно, пофиг. В общем, зелье можно пить. Понял. Оставим ему чуть-чуть. Тут хорошо, что мы по одному сейчас их вычеркиваем. Эту мелочь, все, она не будет мешаться там. Сзади появились еще. Семь пошел. Чуть только что не прибежал к силам, не прибегай. Я ползти только буду. Так больно. Кто у тебя тут? Появились пацаны. Чемпионы, они всегда появляются. Тварь из преисподней, кстати, немного жизни имеет сейчас. Угу. Надо будет пробовать. Сейчас, подожди, он ваншотный. Появится, я сделаю. Да что ж такое? Ну, подстава, ну просто подстава. Он только появился, его молния хлопнула. Да как так-то? Почему как у него так-то? Очень мало. У него очень мало жизни. Давай в штаб. Сейчас, если на запись не получится, значит, не записи будем делать, а ребят не задерживать. Потом покажем вам просто положительный результат. 13. Подожди, мы в штабе были, не? Я был. Я не был, сейчас я в штаб. Подожди, или был. Или не был, или был. Был. Из преисподней, как ужасно, а? Нельзя его активировать, пока всех не перебить. Ура, с удара просто сбил. Случайно вообще, я грелся. Я тоже даже не понял, как ты это сделал. Я грелся по ребятам, а он притянулся и помер. Ну, подыграть решил, ну спасибо, ну что.
что там у нас? Вампиры-послушники, не прибегая. Ну, что мне еще сделаем? Берсерк. Да, все сделаем. Вот послушников ты черкаешь. Просто как строчки в тетради. Неправильно написанные. Все равно мне один из десяти. А, их уничтожить надо. Вот мы бараны. Ну давай тогда перезайдем еще. Зачем? Так потому что мы поубивали кучу послушников, не уничтожая их. У нас только один. Было вначале много. А мы четверых уже вначале выперли. Ну давай пойдем. На всякий случай перезайдем. Пойдем. И... Можем, кстати, зайти на уровень сначала, если хочешь. Давай. Можем, погнали. Давай сначала. И берсеркеров тебе заодно выполним. Только не прибегай к овердрайвам. Лечиться тебе можно. Святилище, главное, не пей. Угу. Ну вот, 2 из 10 уже есть. Это же берсеркеры, да? Не, это просто услуги. Это обзоры по минуте. Берсерки, это, наверное, большие, нет? Ну, которые бесятся. Да-да-да. У меня персонаж стал, я тебе просто говорю, просто x2 сильнее. Как я долго мучился с этими картами, это уму нерастяжимо. Я сейчас лягу, ну потому что там была жесткость, это нормально. Почему вот элементарно в этой игре не могли сделать функцию поднятия товарища, как в этом, в How to Survive? Да, это было офигенно. Зачем вот ждать по полчаса, пока ты встанешь, когда можно было подойти просто... Ну, можно было, да. Взять за руку и сказать, иди тащи. Вставай. Я тебя везу домой на смерть. Чего? Потом тебе покажу. Фильмы. Моей молодости. Что это за кавказские фильмы? Это не кавказские, это хороший. Красная жара называется. Это все повзрывались все. Но. 3 из 5 у меня. 3? Да. Кто? Как кто именно? Берсерк. А.